Спасибо, ребята. Конечно, никто не сомневается, что передо мной сейчас самый лучший игрок планеты. Simple, поздравляю с тем, что ты попал в финал. Это, конечно же, не первый финал для тебя, но сейчас все выглядит очень хорошо. Может быть, не так хорошо, как для гамбитов, потому что они действительно удивили своим выступлением, или уже вы просто выступили настолько хорошо. Вы удивились тому, что они решили пикнуть тест-сторону Миража? Они уже так делали с нами много раз. Они и на Инферно вроде те когда-то пикали. Но в целом нет. Мы удивились больше, что они пикнули Оверпас. Так как мы действительно подготовили эту карту перед турниром очень-очень хорошо. И любой, кто хотел с нами играть Оверпас, он проиграл. Поэтому мы были готовы, что они это сделают. У нас там Элик думал так, но я рассчитывал на другие карты. Угу. Ну вот вы пикнули Мираж, а не Эншит. Вот у вас есть какая-то определенная причина, почему вы это решили пойти вот на Миражик? Конечно. Конечно, есть. Ну, просто Мираж, мы считаем, сильная карта, она всегда была даже после того, как мы проиграли гамбитом в онлайне. Угу. Просто пересмотрели свои ошибки, также тренировали и считали одной из своих козырей. Угу. Ну, сейчас идет борьба между тобой, Ника, мне кажется, Битом и Эликом за звание MVP этого мажора. Вот вы вообще как-то это обсуждаете, вы этом думаете, или вы чисто фокусируетесь на игру? Нет, мы никогда не обсуждаем, кто будет MVP-мажор. Мы просто хотим выиграть. Я, например, не расстроюсь, если там тот же Ника станет MVP, но мы победим. Поэтому мы ни разу не обсуждали. Тебе просто хочется, наконец-то, чтобы люди перестали этот simple, мажоры, ноль и все, этот мем, чтобы наконец этот мем... Хотя бы начнем с этого, да. Ну да, ну конечно. Хорошо, завтра вы будете играть в большом финале против G2. Вы как бы это уже не первый раз. Вы вот последний раз играли против них в Кёльне, и вы там абсолютно их уничтожили. Best of 5, 3-0, вообще не было никаких проблем. Как думаешь, вам будет настолько же просто, или же G2 как-то вот улучшились? Ну, Бог любит троицу. Поэтому надеюсь, что мы победим, но они 100% улучшились. Я, например, удивлен за весь турнир, что они так хорошо показали свою игру. И будет непростая игра. Даже последняя игра с ними в Кёльне, она была сложная. Хоть там было и 3-0, но каждая карта заканчивалась 8-7 в половине. И мы потом уже добирали. Поэтому надеюсь, завтра мы будем играть намного лучше, чем в прошлом финале. И также Best of 3. То есть, если мы их выиграли до этого Best of 5 два раза, то завтра все будет по-другому. И тем более, это мажор. Здесь каждая команда может удивить и также, наоборот, расстроить. Поэтому надо будет еще быть собранным. Ну, тогда же желаю тебе удачи в финале, наконец, чтобы прервать этот мемасик. Я уверен, что все, вот, особенно люди, которые в СНГ поддерживают вашу команду и хотят, чтобы ты наконец-то поднял этот кубок. Давайте вернемся к ребятам на деску и закроем уже этот шоу на сегодня.